проблематично добирались, приходилось с пересадками, то, что заводской стоит. На машине тяжеловато проехать, утром особенно. Дочка Елены Горбуновой в этом году пошла в первый класс. Добираться до школы из Юнгородка было сложно. На заводском шоссе, которое сейчас капитально ремонтируется, частично закрывали движение трамваев. Сегодня сложности позади. Трамваи вновь пустили по своим прежним маршрутам. Событию радуются и другие местные жители. Событие, по-моему, замечательное. Особенно бабульки сильно заждались. В Норт ездить будут теперь отсюда. Вот у меня бабушка здесь живет. Обновили заводское шоссе на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полностью отремонтировали и контактную сеть. В марте, благодаря оперативной работе подрядчика, открыли движение трамваев под номерами 2, 3, 12, 19 до улицы Кабельной. А 21-й стал следовать по своему обычному маршруту. А сейчас оставшиеся пустили до Юнгородка. У нас наконец-то завершились ремонтные работы по заводскому шоссе. В полном объеме там восстановлено движение трамваев сегодняшнего числа. И наши трамваи, как они раньше обеспечивали перевозку, так и будут дальше возить всех тех, кто привык этими маршрутами пользоваться. На заводском шоссе продолжаются дорожные работы и сейчас приводят в порядок участок у пешеходного перехода неподалеку от завода «Кузнецов». Завершить капитальный ремонт дороги должны этой осенью. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События.